С Эвереста спасли двух украинцев. Два украинских альпиниста застряли на высоте более 6000 метров. Одного из них госпитализировали. Альпинисты Роман Городичный и Тарас Поздний, застрявшие на Эвересте на высоте 6400 метров, спасены. Об этом сообщила глава правления Варта 700 Наталья Шелесток на своей странице в Facebook в среду, 16 мая. По ее словам, один из альпинистов находится в больнице. Живые, замерзшие немного, но живые. Тарас пока в больнице, они герои, искренне всем спасибо за поддержку, написала она. Ранее во время восхождения в горах Карпат умер турист из Запорожской области. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.